В рамках программы социальной газификации начались строительно-монтажные работы в деревне Супонево. В муниципалитете ведется догазификация сразу нескольких населенных пунктов. Супонево – один из самых крупных. Полностью деревню догазифицируют в ноябре 2021 года. К магистральному газу смогут подключиться 105 домовладений. С полным перечнем населенных пунктов, вошедших в программу социальной газификации, можно ознакомиться на сайте mosoblgaz.ru.